При упоминании улицы Тверской в сознании большинства россиян всплывает одна из главных столичных магистралей. Но в нашем городе тоже есть Тверская, и она, похоже, постепенно превращается в лунную поверхность, обрастая вот такими кратерами. Давно появилась вот эта вот яма здесь? Да, ну, наверное, уже месяц точно, если не больше, точно не скажу. Никто ничего не делает. Вот как закопали и бросили. Обещают, когда починят или нет? Тишина. А как вы думаете, сильно мешает проезду автомобилистов? Конечно, конечно. Я сам автомобилист, конечно, мешает. Особенно отсюда вот машина выезжает, тут аварийная ситуация получается. За этим ничего не видно, за этим. Здесь тепловые сети, ремонтировали трубы. Ну, им нужна здесь проверка, понимаете, почему они не закапывают? Потому что она одно время парила, потом они опять разрывали. И вот пока они не проверят сеть, они никак не могут ее зарыть. А как вы думаете, сколько это может продлиться? Да ну, в скорости зароют. Это уже не первый раз. То есть у вас часто такое происходит? Ну, не часто. Ремонт, трубы-то старые. Что же, ремонт. Они и так и проветривали, что только не делали. Ну вот, теперь вот так. Ой, каждый год копают. Каждый год? Каждый год. И никакого порядка нет. Не сообщали, когда закопают? Не знаю, вот они закопали, вот, но асфальтировать, наверное, будут. Или что, не знаю. Это надо спрашивать их. А здесь что, было глубже, как это все было? Здесь все выкопано было, трубы торчали. Я вот по этой, по Тверской живу уже давно, и просто асфальт кладут, следующие раскапывают. Это бесконечно. А пробовали куда-то жаловаться, чтобы как-то не было этого? Ой, куда жаловаться, в администрацию? У нас, по-моему, весь Саратов такой. Мы проходим буквально 100 метров от первой злополучной ямы и попадаем во вторую. Да, здесь уже закопали и положили щебенку, но класть асфальт почему-то не торопится, чем доставляет немало неудобств местным автомобилистам. А щебенку давно положили? Щебенку, да, где-то месяц точно положили. Да. Щебенку давно положили. То есть щебенку положили, а асфальт не торопится, асфальт, да? Да, не торопится. Не торопится. Ну, значит, не самое главное. Ага. Значит, у них есть важный, более важный объект. Ну, не знаю, это сарай виднее. Дума не нуждается в представлении. Очередная яма на Тверской. И сколько бы саратовские власти не гнали за столичными подарками, не называли себя передовой областью, регионом развития, похоже, наше Тверской так и не суждено сравняться с одноименной улицей в Москве. Александра Найденова, Анатолий Милосердов. Открытый канал.